Всем подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу павильон шириной 3, длиной 6 метров на брусе, поликарбонат. Пока приехали, разгрузились, начинаем монтаж. Каркас теплицы поставили, обшили стены поликарбонатом. Сейчас нужно будет проклеить, одеть профиля, установили переливы. Начнем, наверное, крыть крышу и затем доделать всю мелочевку. Монтаж теплицы, напоминаю, строили сегодня теплицу павильон. Шириной 3, длиной 6 метров. Идем смотреть. Цельная дверь. С одного торца. Другой торец глухой. Имеется 4 стеновые форточки на ручном управлении. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40 стойка, 20 на 40 арка. Арка в виде фермы. Покраска полимера порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком и закреплен к земле якорями. Поликарбонат здесь 4 мм. Плотность 0,8. Все торцы защищены торцевым профилем. Также установлены у нас облицовочные уголки и резиноторцевой уплотнитель. Вот такая отличная теплица павильон у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.